Одни говорят, что ее мощь способна раскалывать горы и раздвигать моря. Другие, что она одним взмахом меча призывает гром и молнию. А в дуэте она самой влиятельной женщиной в Ли-Юэ, живущей в летающем дворце. Конкурсные дефиле номер 34. Нингуан и Бэйдоу. Геншин Импакт, Мицуки и Чайлд Кьют. Москва! Только не для меня, ведь теперь без принцессы не прожить.